Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке, и на моем канале я сегодня показываю ваши, а точнее сказать, наши заказы, потому что кое-что покажу свое. И начнем мы с сумочек, потому что в основном у нас сумочки, но в последнее время много всего интересного и другого. Начать хочу вот с этой сумочки, красотки. Напоминаю, что есть еще шопер от Patricia Nash, который в цветочек, и желтенькая сумочка Raven от Coach Outlet тоже еще есть. А у нас сегодня вот такая красавица от Kurt Geiger, Kurt Geiger London. Это тот случай, когда мы покупаем сумочки, несмотря на то, что на них скидки нет. Это вот именно тот случай. Девочка выбирала себе, ой, почему-то я ее с изнанки начала и не видела даже, что здесь у нее изнаночная сторона такая красивая. Подумала, что это лицо и забыла совсем, что опознавательный это знак Kurt Geiger, вот этот вот. Голова орла. Вот, и эта сумочка, она стоит на сайте, они новые, нейлоновые сумки. Цена у нее без скидки. Это когда очень хочется, и мы берем без скидки. $125 она стоит именно на этом сайте. Вот такая вот она интересная. Поедет в Новосибирск к девочке. И мы имеем возможность рассмотреть их поближе. Когда мы выбирали, она спрашивала у меня, Ир, что там со скидками, имеет смысл ждать или нет. Нейлоновые сумочки, это у них новая совершенно коллекция, и я не думаю, что они близко появятся, в ближайшее время появятся на скидках. Поэтому, как бы, если кому-то хочется, то вот пока они без скидок, а мы с вами рассмотрим, что у нее внутри. У нее, кстати, комбинированная кожа вот здесь. Ну, вот этот вот кусочек и кожаный хлястик на собачке. Внутри она черная, у нее подкладка. Получается, с лицевой стороны никаких кармашков нет. С изнаночной стороны тоже никаких кармашков нет. Сейчас бумажку выну из нее. Хорошо, что вынула. Имеет смысл рассмотреть поближе. Есть все-таки отдел под замочком. Ну, здесь к собачке прикреплена леска с ремнем. Не хочу ее открепить или уже открепить. Открепила. Она легко разорвалась. Вот такая вот у нее приятная подкладка. Здесь логотип. И внутри, теперь уже раз мы открепили, мы... Так, пыльничек есть, а то он мне мешается. Теперь уже мы можем рассмотреть ее длинную ручку. То есть вот эту цепочку, ее можно будет оставлять как декоративную. Вот здесь форма очень девочке нравилась. Я тоже такие формы сумочек люблю очень. Мне тоже нравится, когда вот эти ушки у нее вот так загибаются. Смотрите, какой приятный. Оксаночка, простите, мы должны рассмотреть. Потому что, ну, такой красивый, что не хочется оставлять его нерассмотренным. На него крепится вот такой вот кейс, который вы можете использовать как кейс под наушники, или как монетницу, или как ключницу. Она тоже с головой орла. Вот такая приятная комбинированная с кожей. Это текстиль. Вот видно здесь. Регулируется довольно-таки сильно. Регулируется. То есть сейчас прям так сложено вдвое. Так, давайте закрепим его все-таки и рассмотрим. Так, не на ту сторону начала закреплять, это значит, когда на правую руку носишь. Потому что я так думаю, что все-таки, чтобы вот этот кейс, он где-то находился впереди. Потому что я люблю носить на левом плече сумочку. Ну, то есть она длинненькая, вот на мои 1,70 м вот так вот, а шнурочек-то можно раздвинуть прям еще длиннее. А сейчас я ее прикрепила таким образом, что вот эта монетница, чтобы она с этой стороны... Это получается под правое плечо. Ну, девочка уже сама там отрегулирует. Ой, какое приятное. Вот такой вот яркий образ. Ну, не знаю, так тоже удобно носить. Конечно, цепочку, я думаю, она оставит и будет пользоваться вот этой ручкой, потому что без нее, ну, получается совсем скромная сумочка. И нейлоновая. Пусть нейлоновая, нас это нисколько не пугает. Вот такую красоту у нас... Благодаря Оксане из Новосибирска получилась возможность рассмотреть.
Ну, сайт Курта Гейгера я не буду вам давать в описании, а все остальные сайты в описании есть, с которых мы заказываем, там же, где мой WhatsApp, и чуть ниже обычно и мои условия бывают. И сейчас сайт Gemashop, мы оттуда, как правило, заказываем всякие часы, там вот эти мои часы были Swiss Legend оттуда, и многие другие часы я вам тоже показывала. Сейчас Miu Miu очки, вот эти $139 стоили, я их первый раз открываю. Сейчас вместе с вами посмотрим, и потом уже я буду девочке отписываться. Так, есть еще мешочек у них, документы. Они вот в таком футлярчике. Они вот так обычно всегда запакованы приходят. То есть я, когда их вам рассматриваю, вот салфеточка, то я, как правило, их уже распаковала. Сейчас я эти выну, чтобы вам не скрипеть, и примерю. Мне кажется, у нас уже были такие очки. Вот так вот они смотрятся на человеке. Воздушные, прям совершенно невесомые. Вот такие вот плотно черненькие. Вот, надеюсь, вам видно. Вот такие вот они приятненькие. Это Miu Miu, 139, да, я сказала, долларов они стоили. Смотрим следующие очки. Следующие очки и тот же сайт Gemashop Burberry. Вот такая вот красота. 129 они со скидкой стоили. Девочки, тоже открываю первый раз с вами вместе. Так, в коробочке салфеточка. Вот такой вот кейс. Очечник на магнитике. И вот такие вот очки. Вот логотип бренда, и смотрятся они на человеке вот так, как-то вот так, надеюсь, видно вам. Так, если те были с держателями, то, как правило, вот таких вот полностью пластиковых очков с большими дужками, у них вот здесь вот собачки, ну, не собачки, держатели на нос, не пластиковые, а вот из этого, не силиконовые, а вот из этого пластика. Вот такая красота. Следующие очки Сальваторе Феррагамо, по-моему, $79. Они вот еще в бордовой коробочке. Вот. И вот в этом кейсе, в футляре, есть тоже косыночка. Сейчас рассмотрим, как эти смотрятся. Не всегда Сальваторе Феррагамо приходят еще в бордовой коробочке. Бывает, иногда просто в кейсе приходят. Вот эти вот такие вот синие. Причем вот с этой стороны... Вот они прям прозрачно-голубые. На каком фоне их показать-то? Вот, может быть, так лучше вам видно. Что у них вот этот пластик такой прозрачно-синий, темно-синий, а дужки вот такие вот. Оно вот так вот хорошо видно. И такие же точно у него, это такой же точно пластик цветом, как вот здесь. Вот на... Ну, он прозрачный, вот этот пластик. И очень интересно они сделаны. Внутри эти дужки. Вот так вот смотрятся на человеке. Как бы вам там светом не сиять. Вот. Вот такая красота. Я, по-моему, сказала $79. Это все Gemashop. Мы там много всяких красивых, интересных. И сегодня немного одежды. Вот этот вот джемпер. Вот такой вот приятный. Это сайт Nordstrom Rack. У нас оттуда девочка заказала вот этот джемпер. Club Monaco. Он вот просвечивает весь. Вам не видно? Ну вот я думаю, что может быть вот так показать. Вот эта вот сеточка у него вот такая вот. Здесь прозрачненькая. И такая вязка у него вся прозрачная. Качество обалденное. По цене он был что-то там 169. Оригинальная цена. И со скидкой он $69 стоил. И в этом же заказе у нас... Тренчик вот такого коричневого цвета под кожу. Это искусственный материал. Бренд Dolce Cabo. Вот здесь цену хорошо видно. 159, по-моему, 69 он сейчас. А, значит, тот джемпер 59, наоборот, перепутала цену. Она просила его примерить, потому что этот размерчик M. И мы сейчас с вами заодно примерим. Это все сайт Nordstrom Rack. У нас этот заказ был... вместе джемпер и эта курточка. Так, ну никто еще не открывал эту пуговичку, только-только вынула из пакетика. Раз,
Давайте заодно рассмотрим. Тут такая двойная полочка и внутри подкладочка. Сейчас мы его и рассмотрим, и примерим. Так, ну он так пиджачком сделан. Не вижу никаких внутренних кармашков. Внутри подкладка шелковистая, вот такая приятная. А смотрится он на человеке как раз мой размерчик, эмочка. Так, сейчас воротничок свой подниму, чтобы не марать этот. Ой, очень приятный. Очень приятный, очень удобный, очень мягкий и тянется. Он вообще с ремешком, но вот я вижу, что ремень здесь не вставлен. Ну, вот в эту, вот в этот хлястик. А по бокам вставлен. Застегивается он, ну, вот на эту полочку, получается, все пуговички спрятаны, кроме вот этой верхней, которая будет открыта. Если вы ее застегнете, то она будет вот так смотреться, а все остальные будут пуговички спрятаны. И с поясочком можно, можно без поясочка, уже тут кому как нравится. Так, ну ничего страшного, я надеюсь, что там не вставлено в ту часть. Ну и если расстегнуть его, то, наверное, мы сможем посмотреть, как он будет смотреться в разложенном виде. Если уже, например, следующую пуговичку застегивать, ну, например, вот эту пусть будет. То есть как-то вот так вот его можно носить отложено, если здесь красивый шарфик будет. Даже не мешать, а очень в тему. Так, вот такие заказы. Это с Nordstrom Rack. Можете заходить туда смотреть. Я обычно ссылку делаю на сайт, как зайти на сайт американский. Делаю ссылку на сайт. Делаю ссылку на ролик, где ребята объясняют, как можно заходить на сайты другой страны, если вам это нужно. Но если кто-то не может это сделать, то, как правило, ко мне обращаются, мы с вами проходим, там смотрим и за Курт Гейгером следим, за сумочками, и за Хоба, и за другими вещами. Часиками Джеврал мы опять заказали несколько. И сегодня хочу еще сказать, что по костюмчикам объявления Антонио Милани, которые кашемировые, их пока нет на скидках больше, чем 40%. Я была вчера в магазине. В магазине они тоже со скидкой 40%. В том году они были в конце февраля, прям в последних числах февраля, на них была скидка 65%. И на то, что было в магазине, была экстра скидка. Я вспомнила этот момент. Но там очень немного костюмов, но на сайте по 65%, если они будут, там выбор довольно-таки большой. Я вам делала скриншот с сайта, по-моему, даже видео в предыдущем видео. То есть я про них объявление сделаю, когда они появятся на скидке. Пока про них объявление делать нечего, но там на этом сайте Dealers. А сейчас я, наверное, вам по порядку буду показывать по сайту Dealers. Давайте сначала покажу вот такую вот блузочку. Это мой топик. Мы здесь заказывали с девочкой такие металлические джинсы. И я увидела вот такой вот топик от INC Collection. Топик этого бренда INC Collection с сайта Macy's. А куда-то под пиджак его одеть, прям будет вообще классно. Вот, весь такой в пайетках. Но вот это вот серебряный цвет, а на сайте Dealers очень много вещей, которые мы сейчас заказываем. От Антонио Милани и от INC Collection. Такие классные вещи. Но вот мне еще не все пришли вещи, но те, которые я заказала, не только мои, но и девчонкам пришли. Например, вот такая вот блузка. Ну вот она была невозвратная, у меня есть к ней накладная. 65% скидка там на многие вещи есть. Она стоила $34, но это вот со скидкой 65%. Это бренд Антонио Милани. Так, а примерю я, наверное, ее вам. А то сколько там ждать того времени, когда она появится на мне в каком-то ролике, может быть, они уже к тому времени закончатся. И перед тем, как я ее примерю, я сейчас вам сюда запущу
видео, которое, в принципе, сами можете на сайте найти, но я просто обращу ваше внимание на то, какие там вещи качественные и на которые нужно бы обратить внимание, если вы хотите что-то добавить в свой заказ. Это видеозапись с сайта Dillard's. Ссылка внизу на сайт есть. Набираете бренд Антонио Милани и вот можете выбрать. Вот платье первое. Уже у нас пришло в заказе. Платье очень удачное. Цена волшебная. Сейчас вставлю сюда ролик. Вот это платье. У нас оно в размере XL. Вот такое вот оно приятненькое. Вот такой красивый у нее галстучек. И вот здесь вот вязочка вот такого характера. И внутри есть подкладка. Оно сзади полностью пришито. Вот там и замочек прошит. А спереди немного такое свободное, чтобы оно нигде не тянуло. И подкладочка у него заканчивается как раз вот по этому шву где-то. То есть вот такое вот приятное платьюшко, очень красивое, у нас есть. У нас темно-красный цвет, а на сайте несколько цветов. Здесь случайно я задела сейчас за этот джемпер кашемировый, но тоже можете его рассмотреть, зайдете сами только. А здесь вот сколько цветов, и у него скидка, по-моему, 65%, можете сами высчитать. И сейчас я еще хочу полистать, что здесь интересного. Вот они, эти кашемировые костюмы. Верх у них 40% скидка видно. Вот там были цвета. И штанишки отдельно тоже 40%, тоже 86%. Дальше, вот они, эти штанишки попадаются. Дальше вот с правой стороны я сейчас вам листаю. Мне идет такой черный костюм, они тоже отдельно продавались. Ну, по-моему, я пыталась найти сейчас здесь блузку, потому что они отдельно заказываются, штанишки и блузка. По-моему, я ее не нашла. Если она где-то мелькнет, то обратите тогда внимание. Много таких всяких золотых вещей. Вот, очень красивых, с хорошими скидками. Если они кому-то нужны. Потому что, ну, понятно, это все на любителя. Это я такая сорока. Не все, конечно, такие. Очень много девочек сдержанных. Сдержаны в своих тонах на одежду. Это не про меня. Вот эта кофточка по очень хорошей стоимости. Цвет темно-синий и черный. Левая я имела в виду. Можете рассмотреть ее. Так, ну, блузки. Кстати, вот хорошие курточки. Такие джинсовые пролистнулись. Так, ну, это все вы сможете сами посмотреть, если вам что-то понравилось. Я сейчас пытаюсь найти еще... Так, вот такие вот по очень хорошей скидке с правой стороны. Но это велюровая. Велюровый материал на эту блузку. Так, и что-то я здесь еще сейчас вам найду. Так, вот такую Антонио Милани. Это флисовая тоже. Она у нас есть уже в заказе. Пришла, девочки, с левой стороны черненькая. Ну, на нее скидка не 65%, поэтому я ее сильно близко вам не рассматривала, если кому-то нужна. Вот рубашка, курточка с левой стороны, самая первая на следующей странице. А вот она и блузка черная. Та рубашка, про которую хотела сказать, скидка у нее хорошая. Вот эту я сейчас на себя примерю, это моя блузка. Вот скидка очень хорошая и ткань очень приятная, хотя искусственная полностью. Кашемировые вот такие шарфики мы заказывали в нескольких цветах. Они, конечно, не со скидкой 65%, но вот в конце февраля могут на них быть скидки, уж какие там цвета останутся тогда в наличии. А здесь всякие такие интересные кофточки. Ну, качество у этого бренда просто волшебное. То есть обращаю просто ваше внимание, если кому-то нужно, рассматривайте его для себя. Кожаных много вещей у него, натуральных кожаных. То есть платья, юбки, что там еще. Я вот такое золотое себе купила. Ну, правда, сейчас его могла бы вам показать. Это в золотых пайетках оно. Ну, вот сейчас зашла и увидела, что размер всего-навсего нулевой. Это прям, я не знаю, на стройненькую-стройненькую девочку. Если кто-то захочет, то я могу вам показать. Смысл, получается, всем показывать мой размер нет, потому что их нет в наличии. А таких стройняшек в нулевой размер очень мало. Но вот с такими же золотыми пайетками. Вот такой есть костюмчик. Отдельно блузка и отдельно сейчас штанишки появятся. Вот такой сарафанчик я тоже себе заказала. Он тоже уже пришел, но, правда, в голубом цвете. Но если вдруг кто-то захочет заказать, можете мне написать. Я вам отдельно сделаю видео в ваш WhatsApp, как он смотрится. То есть эту ткань потрогать я смогу.
так сказать, поподробнее вам показать. Так, ну и здесь дальше мы уже по Антонио Милани все равно я долистаю, потому что я пытаюсь найти эту блузку к тем штанишкам, которые с гусиными перьями внизу. Мне придет тот костюм, но когда он уже придет, конечно, и уже можем и ничего-то не найти на сайте. Ну вот то, что сейчас есть, пока мы находим. Так, это я уже сама от себя остановилась на этой блузке. Что-то мне понравилось тоже. Обращаю свое внимание. Ну и, в общем-то, с Антонио Милани на этом мы и заканчиваем. И я вам хочу показать дальше другой бренд. Это бренд Icy Collection. Он очень хорошо смотрится на полненьких. Вот, у него очень много размеров, которые такие плюс сайз размеры. И здесь много идет вперемешку. Он не дал мне выбрать только со скидками, которые вещи идет вперемешку и без скидок. Но вот те, которые со скидками и очень классно смотрятся, я вам сейчас остановлюсь. Вот эта блузка. Она, знаете, такой материал, у нее стрейч. Очень приятная на ощупь. Вот несколько цветов, несколько материалов. Вот, ой, несколько размеров. Можете посмотреть, обратить на нее внимание. Вот такие блузки. Но они есть в магазине, если что, можно будет съездить на них посмотреть. Вот такие тоже в магазине есть блузки. Вот я просто показываю, что на них очень хорошие скидки и объясняю вам, какой бренд классный. Вот я себе, который костюм заказала от Icy Collection, под него идет вот эта блузка. Но я насчет блузки еще пока думаю. Я заказала себе верх и низ. Сейчас пытаюсь найти вам этот верх и низ. Вот, и можно будет обратить внимание. Вот, с левой стороны курточка, но вот он пока мне не пришел. Я его вчера в магазине мерила, но не было в магазине размера М, а онлайн размер М есть. Как раз получается верх, у него идет размер в размер, но может быть, как бы, что он оверсайзом. А штанишки у него, я сейчас их буду пытаться здесь найти, они, наоборот, идут лучше брать на размер больше. Вот мне М-ка была вчера впритык. Я посчитала, что лучше брать Эльку. Но вот я уже долистала до конца, и сейчас буду возвращаться, чтобы найти штанишки. Вот. Но, видимо, когда он придет, если кому-то он интересен, и вы подождете, я так думаю, что буквально там через 2-3 дня напишите мне, что вы хотели бы такой костюм заказать, и вы хотите посмотреть, как он смотрится. Я тогда его для вас отдельно примерю, уже в ролик показывать не буду. Это из такого же материала, просто жилетка. И пытаюсь найти штанишки, и там будет полный образ, как он смотрится вместе с верхом. Но верх довольно-таки короткий, он хорошо будет смотреться под длинную блузку. Вот, вот такой у нас сегодня с вами про одежду ролик даже получился довольно-таки много. Так, это не те штанишки. Сейчас найду, минуточку. Уже близко. Близко-близко. И у них, кстати, цена прям вообще там волшебная. 34 всего доллара они стоят. Они только в черном цвете без скидки, а на всех остальных цветах со скидкой. Вот. Они сами по себе штанишки довольно-таки узкие, поэтому их все-таки хорошо смотрятся они вот именно под блузку длинную. И чтобы она выглядывала из-под этого пиджака, и все вместе это смотрится, ну прям... Ну, мне очень понравилось, я на себя примерила. Мне подошло. Если кому-то это нужно будет, то вот сейчас здесь мелькнет, как он смотрится вместе. Ах, нет, здесь в штанишках нет. Извинитесь. Просто я вам сейчас уже показываю разные цвета, но сейчас придется вернуться к пиджаку. И на пиджаке там я тогда смогу вам рассмотреть, как вместе смотрятся штанишки с блузкой и с пиджачком. Ну, его даже сложно называть пиджачком. Но, тем не менее, пиджак, он такой летний. Материал у них довольно-таки тоненький. Плотный, но тоненький. Ну, я в том плане, что он не теплый, не на осень. Он вот именно такой на лето. Очень будет приятно. Вот сейчас я смогу открыть и уже показать полный образ, как он будет смотреться. Вот здесь вот, вот на данный момент его видно. Ну, вот такой получился обзор по сайту. Если кому-то нужно, заходите на сайт Dillard's. Ну а конкретно вот эта блузка смотрится вот так, очень легкая, в отличие, например, от бренда Calvin Klein, где качество
материала такое нехорошее, что, извините меня за подробности, но если начинаешь носить вещи Calvin Klein, то через пару часов они на тебе не смотрятся, а чувствуются несвежими. Такое ощущение, что если вот соприкасаются с телом Calvin Klein, ты даже не успел еще запотеть, если вдруг, то уже все равно блузки какие-то, вот эта вот ткань Calvin Klein, это уже из практики, не очень удачно. А вот именно от Антонио Милани невыгодно смотрится под черный низ вот эта блузка, и вам сейчас не очень хорошо видно, надо бы переодеть, конечно, брючки. Но поскольку сегодня это не мой аутфит, так сказать, то я оставлю просто, чтобы рассмотреть, как она смотрится на человеке. И у нее вот здесь вот завязочка, вот этот вот воротничок, вот такой вот он везде. Так, ну там просто этикетка выглядывает. Ну, надеюсь, вам видно. И вот эта вот завязочка, вот такой вот у нее разрезик. Вот так она закрывается. Очень удобная, приятная блузочка. Ну вот что, они только невозвратные. Вот такой сегодня получился ролик. Всем всего доброго, берегите себя, пожалуйста. Пока-пока.